Під численні постріли фотокамер до зали засідань Федерації футболу вони зайшли уперше. Президент Анатолій Коньков трошки позаду свого заступника і тезки, першого віцепрезидента Попова. Фокус на нові обличчя у президіумі. Розрешіть вас поприветствовать в нашому домі. Позаду Коньков і у плані красномовності, хоча питань до обох приблизно порівну, відсоток володіння словом у Попова, як у Барселони, м'ячем. Ключова тема бесіди – контракт П'єрлуїджі Коліни. Этот вопрос как бы задавал Коліна нам, какова дальнейшая судьба его в связи с тем, что пришло новое руководство Федерации. Был ответ однозначный, та, которая предопределена его контрактом. Его контракт пролонгирован, вы знаете, в этом году еще на 3 года. Мы, как законопослушные граждане Украины, должны выполнять условия контракта. Федерация футбола в лице президента дала гарантию П'єрлуїджі Коліні, что все, что он подписал с Федерацией футбола в части обязанностей Федерации футбола, будет неукоснительно выполняться. У меня лежит 1 000 000 сегодня заявлений от клубов, от граждан, от любителей футбола, вообще от людей. И у меня с Калиной был разговор. О чем? Я говорю, скажите, господин Калина, мы с вами должны одинаково смотреть на ту проблему, которая создается у нас в плане судейства. Я буду отвечать, но вы вместе со мной, пожалуйста, отвечайте. Похвальне бажання нових очільників шукати правильні відповіді разом з Коліною та пресою. І взагалі ФФУ тепер себе позиціонує як відкрита організація, у двері якої стукай хоч день, хоч уночі. Дивлячись у світле майбутнє, керівники не забувають про минуле. Але говорять переважно в одному контексті. Подекуди це скидається на розмови ображених людей. Как-то непонятно. Вот мне нравится, когда пресса активна, особенно последние 2 недели. Так можете ж, когда хотите. Можете ж критиковать. Можете так вопросы поставить, так закрутить их, что ж где-то в носу закрутит. Все ж, ну суперпрофессионалы. Ну где же вы были вчера? Представитель луганского футбола. Вот сидит рядом нынешний президент. Играл в «Шахтере». Бывший заместитель генерального директора футбольного клуба «Шахтер», ваш покорный слуга, пришли к власти, и сейчас у нас нарушился баланс. То есть все сейчас пойдет в Донецк, правильно, да? Но начнем сначала. А что они говорили о нарушении какого-либо баланса, когда руководитель был федерации с одной фамилией, с той же фамилией руководителей клуба был, и говорили, никакого отношения руководитель федерации к этому клубу не имеет. Десь ми вже це чули, правда? Тяга першого віцепрезидента до діалогу вражає. Я готов вам. Ні, секундочку. Пригласіть мене на прямий ефір. Ми безперечно підтримуємо пана Попова та готові до співпраці в телеефірі. Так було минулої програми. Треба буде й надалі. Єдине, перетворюватися на ринг для з'ясування особистих образ ми не збираємося.